Привет всем тем, кто смотрит, с вами Маша Тимофеева для канала Kiss My Ace, и в этом видео я бы хотела показать вам, как проходит мой обычный день на восстановлении после травмы. Сейчас я не играю в теннис, поэтому подумала, вам будет интересно посмотреть вообще, чем и как я живу, и что делаю для того, чтобы как можно скорее вернуться на корт. Мы начинаем! Итак, мое каждое утро начинается именно здесь, в ванной, вот с такого вот бешеного скинкер. Это моя, не знаю, моя рутина, мое успокоение, это в целом хорошо для кожи, поэтому почему бы и нет. Ни одна моя соседка по комнате на турнире не даст соврать, что я вожу все это с собой, и поэтому мой чемодан зачастую весит больше 30 килограмм. После процедур в ванной мы переходим к собиранию себя и вещей на день, и, конечно же, не забываем главный атрибут моего гардероба на данный момент, это главная часть. Такой вот ортез. Далее мы перемещаемся к завтраку. Обычно, если я на турнирах, я ем что-то типа яичницы, хлеба и, возможно, какой-то йогурт. Но сейчас я заказываю такую замечательную вещь, как Grow Food. Поэтому сегодня у нас тыквенные панкейки со взбитым кремом и яблочно-брусничным соусом. Мама ми. Как бы это не реклама, но Grow Food, если что, типа, если вы увидите, мы не против посотрудничать. Потому что реально очень вкусно, очень круто, очень удобно, потому что они все это доставляют тебе домой на 2 дня, и ты вообще не думаешь, что тебе есть, и при этом ты питаешься правильно. А еще пока я завтракаю, раз уж так они у меня лежат под рукой, они у меня теперь всегда будут под рукой, покажу вам, что я получила. Ну, права. В общем, я получила права, поздравления принимаются, всем спасибо. Перед вами теперь сидит не просто какая-то Маша Тимофеева, а водитель категории Б. Аплодисменты. Интершум, аплодисменты, пожалуйста. В общем, да, вот такая вот история. Поэтому ем свои панкейки. Топ. Просто песня. Это еще и правильно. Так что рекомендую. Примерно так выглядит мой ежедневный аутфит. Мое средство передвижения. И мы готовы выходить. Итак, мы уже переместились ко мне на процедуры, но тут нужна барабанная дробь, что я получила сегодня утром. Маша вернула свой загранпаспорт, но точнее не вернула, а получила новый. Еще предстоит восстановить все визы, точнее получить новые. Вот, но начало положено, первый шаг сделан, поэтому радуемся, друзья. Сейчас по дороге на процедуру заскочу к травматологу, вообще сделаем небольшой осмотр, посмотрим, как ситуация с ногой, и назначим дату контрольных МРТ и КТ. И надеюсь, очень скоро я уже буду ходить без костылей, как нормальный человек, и приступлю к тренировкам. Потом буду делать вот ту штуку. Это электромагнитное поле с усилением. Вернулась домой после своих процедур, все сделали, ЛФК позанимались, теперь остался только фитнес, но сначала у нас обед, и по плану у нас сегодня курица в каком-то тайском соусе с рисом карри. Попробуем. Вкусы Азии. Потрясающе, что-то непередаваемое словами. Вот, в общем, поем, отдохну и пойду на фитнес. По плану у меня сегодня день рук, поэтому вот это вот, видите, там виднеется бицепс, и вот это мы будем совершенствовать. Raining which is probably the same reason I wrestle with mania shavies in this bitch I'm posse up. Consider it to cross me a costly mistake if they sleeping on.
This beat is cray cray, Ray J, H-A-H-A-H-A. Laughing all the way to the bank, I spray flames. They cannot tame or placate the monster. You get in my way, I'ma feed you to the monster. I'm normal during the day, but at night turn to a monster. When the moon shines like ice road truckers, I look like a villain out of those blockbusters. Up to the fire, spit a monster. Blood on the dance floor, the Louis V carpet. Fire, up to the fire. So many things that piss them off, it's impossible to list them off. And in the midst of all this, I'm in a mental hospital with a crystal ball, trying to see what I still be like this tomorrow. Whisper, dog voices whisper, my fist is ball back up against the wall. Pencil drawn, this is just a song to go ballistic on. You just pulled a pistol on the guy with a missile launcher. I'm just a Loch Ness, a mythological. Quick to tell a bitch you off like a fifth of vodka. When you twist the top of the bottle, I'm a monster. You get in my way, I'ma feed you to the monster. I'm normal during the day, but at night turn to a monster. When the moon shines like ice road truckers, I look like a villain out of those blockbusters. Up to the fire, spit a monster. Blood on the dance floor, the Louis V carpet. Fire, up to the fire. Monster, blood on the dance floor, the Louis V carpet. If you never gave a damn, raise your hand, cause I'm about to set trip. Vacation plans, I'm on point like my index is. So all you will ever get is some motherfucking finger. Prostate exam, damn. How can I have all these fans to perspire like a liar's pants? I'm on fire and I got no plans to retire. Spazzing out, I only get more handsome and flyer. I got them passing out like what you do when you hand someone flyers. And what goes around comes around just like the blades on the chainsaw. Cause I caught the flag, but my dollar stacked right off the bat like a baseball. Like kidding, bitch, I got them racks with so much ease that they call me Diddy. Cause I make bands and I call getting cheese a cakewalk. Yeah. Bitch, I'm a player. I'm too motherfucking stingy for share. Won't even lend you an ear. Ain't even pretending to care. But I tell a bitch I'm Mary of Shabaria. Face of my genital area. The original Richard Ramirez, Christian Rivera. Cause my lyrics never sit well, so they wanna give me the chair. Like a paraplegic and it's scary. Call it Harry Carey. Cause every time I'm digging... Ходить на костылях и снимать одновременно не получается. Но я все же хочу устроить некий променад на костылях, чтобы показать, как я вообще передвигаюсь. Я вернулась домой на свою любимую позицию. Сейчас у нас состоится прием пищи, заключительный на сегодня. Это курица в кисло-сладком соусе с ананасами и булгуром. Вот такое вот интересное меню у нас сегодня получилось. Буду смотреть сериал, отдыхать, расслабляться, делать свою домашнюю физиотерапию, помимо той, которую я делаю сегодня в медцентре. У меня всегда с собой аппарат для магнитотерапии и миостимулятор. Сейчас покажу вам их. Вот это такой миостимулятор-комплекс. Он работает как и в восстановительном режиме, также можно поставить режим тренировки и в целом просто тренировать свои мышцы. Очень удобная штука, классная. Вот режим болеутоления, мышечная боль. То, что нам нужно. Но помимо того, что она очень классная, она очень дорогая. Вот. А вот эта подушка для магнитотерапии. Вот сама коробочка. Тоже очень хорошо помогает при восстановлении, особенно после травм. В общем, очень классные штуки. Рекомендую к покупке. Но надо быть готовым, что каждая из них стоит чуть больше 1000 евро. Поэтому с нынешним курсом это немножко дороговато, надо признаться. Вот. Такие вот дела. Значит, будем отдыхать, расслабляться. Принимайте пищу. Мой заключительный этап на сегодня перед отходом спать — это опять же уход за кожей. В общем, не знаю, очищаем ее, увлажняем, ухаживаем за ней. В общем, делаем все, что нам надо, чтобы оставаться молодыми, красивыми. Я это говорю в 19 лет, это немного пугает. Молодыми и красивыми. Господи, я веду как будто бьюти-блог, и мне это очень греет душу, потому что я обожаю смотреть видео на эту тему. Я обожаю вообще в целом вот тему ухода за кожей. Такое вот некое мое хобби, да, назовем это так. В общей сложности этот процесс занимает у меня от 15 до 20 минут ежедневно, там с утра, может, чуть поменьше, я чуть как-то поактивнее, вечером я полностью расслабляюсь, погружаюсь в это дело, и потом мы идем, собственно, спать. Поэтому всем пиз! Наконец-то и мой день подходит к концу, я сделала все, что хотела, все успела,
поэтому мы с моим медведем отправляемся спать. В то же время я надеюсь, что вам понравился этот ролик. Оставляйте свои комментарии, дайте знать, нравится ли вам такой формат новых видео. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на наш канал, и увидимся с вами в следующих выпусках. Всем пока!